октябре 2023-го на телеканале «Россия-1» состоялась премьера сериала «Квартирка». Это картина от режиссера Станислава Светлова, главные роли в которой исполнили Ксения Алферова, Александр Макогон, Анастасия Акатова, Эльвира Болгова, Михаил Дорожкин и другие. Ординарная семейная жизнь Ольги и Игоря заканчивается в тот момент, когда Игорь влюбляется в подругу своей взрослой дочери Маши. Ольга выгоняет супруга из дома и подает на развод. Мужчина поселяется у своей новой избранницы, но вскоре вынужден вернуться в квартиру к жене. В это же время Маша влюбляется в иногороднего Кирилла и изъявляет желание жить с ним. Четыре взрослых человека пытаются ужиться в маленькой квартирке, но вскоре понимают, что нужно что-то менять. Ольга и Игорь решают пожертвовать собой ради дочери и найти новых партнеров, которые помогут им решить квартирный вопрос. К сожалению, второго сезона сериала «Квартирка» не будет. История завершена. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.